Сегодня мы поздравили с 95-летием нашего ветерана, уважаемого ветерана Великой Отечественной войны, ветерана Второй мировой войны Николая Сергеевича Пантелеева. Мы поздравили его с этим днем рождения от общественной организации «Наш Новомосковск». Я хочу сказать, что жизненный путь Николая Сергеевича – это образец для подражания с нынешнего поколения, современной молодежи. И мы надеемся и желаем, чтобы Николай Сергеевич долго здравствовал и передавал свой опыт и знания современников. 23 февраля 1942 года, 23 февраля, мне несколько лет не было, не хватало до 18 лет. 17, значит, там с половиной с чем-то. Вот мне в этот день призвали в ряды Красной Армии. Я вступил в ряды Красной Армии. Мама говорит, по самой икону, то есть это самое, молитва Отче наша, напиши и носи себе в кармане, и вот она тебя будет спасать. Я так и сделал, написал, а когда пришел в воинскую часть, там подразделение, вот, мы там, я подумал, как же так, если я, карманы начали проверять, молодых солдат. Ну, думаю, будут проверять, так у меня ее эту самую вытащут, порвут и скажут, как так, комсомолец, активист. А я был активистом педучилища. Вот, возглавлял там комсомольскую организацию педучилища, активистом был. Вот. И это самое. И поэтому я немедленно спрятал молитву кирпичи там на улице. Вот. И прошел эту проверку спокойно. Молитву не сохранил. И так я ее хранил всю жизнь. Всю жизнь, неоднократно, многократно и много раз она меня спасала в жизни от смерти, от явной смерти. Хотим пожелать вам, прежде всего, здоровья и долгих лет жизни, чтобы вы были долго с нами, с вашими родными и близкими, чтобы вы радовались успехам вашего правнука, чтобы вы, оберегаемы Всевышним, как вы сказали, еще долго были с нами. За вас! Так будет! Ура! 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 Февральское солнце, дыша теплотой, серебряный снег озарил в то утро. Родители наши с тоской провожали детей в то утро. Однажды вызвал меня командир, с улыбкой в глазах он мне предложил: ты будешь наводчик, станкист, пулеметчик. Есть, я приказание его повторил, и тут же Максима себе получил. Сегодня я иду на фронт, с коварной нечистью сражаться. К тому зовет меня народ, я буду драться, я буду до победы драться. Словами Сталина в устах, вперед, назад, и шагу. Я дрался раз с врагом в боях, но вражья пуля нанесла мне рану. Теперь я снова в бой иду, здоровым, годным к строю. За честь, за родину умру, как надо умереть герою. Держаться, Николай Сергеевич.